Зимние месяцы – самые тяжелые для приюта, где живут бездомные собаки и кошки. Чтобы создать нормальные условия для животных, первому общественному приюту Петрозаводска требуется помощь. Резко возрастают расходы за электричество, поскольку необходимо дополнительно к печному отоплению использовать обогреватели. Особенно уязвимы к холодам кошки. Они начинают болеть из-за того, что мало двигаются, ведь возможности для движения в боксах ограничены. Реквизиты счета, на которые можно перечислять пожертвования, есть в группе приюта в социальной сети ВКонтакте. Также животным нужны рис, греча, мясные продукты, старые одеяла и пеленки, наполнители для лотков.